Все выйдут в фильме. Пока один человек.
Добрый день! Тема сегодняшней лекции – третичный и врожденный сифилис. Третичный период сифилиса развивается спустя 4-5 лет от момента заражения сифилисом. А иногда известны случаи, что когда заражение происходило очень даже давно, и сифилис развивался аж через 50 лет. Последние десятилетия третичный сифилис наблюдается довольно редко, к счастью, но встречается, и поэтому, в общем-то, мы обращаем особое внимание на то, что эти случаи очень тяжелые, и больные, как правило, обращаются к естественным дерматовенерологам, а к отоларингологам, невропатологам, ну, кому угодно, ортопедам, только не к нам. Какие же основные проявления третичного периода? Это прежде всего, они могут быть различные, но причины проявления именно этого процесса являются физические и психические травмы, интоксикации различные, алкоголизм, наркомания, туберкулез, ревматизм и различные иммунодефицитные состояния. А также, как правило, третичный период сифилиса развивается у лиц старческого и пожилого возраста. Ну, что характерно для этого периода? То, что не характерно для более ранних проявлений периода третичного сифилиса. Это прежде всего поражение костей, суставов, нервной системы, внутренних органов практически всех. И развитие, конечно же, нейросифилиса, а также проявления, специфические проявления третичного периода сифилиса, о которых мы будем говорить с вами дальше. Что же касается, вот посмотрите, даже на картинке вы четко видите распавшиеся губы здесь, проваленный нос. Что же касается проявлений, то это прежде всего очень специфические поражения, то есть гуммы, бугорки и третичная розелла фунгия. Что же характерно для сифилидов третичного периода? Ну, это прежде всего, что они малоконтагиозны. То есть, несмотря на то, что у больного в распавшейся гуме или бугорке находится огромное количество бледных трепанем, он все равно малоконтагиозен. Почему? Потому что трепанема неактивная. Что касается развития, то развивается этот третичный период очень медленно и также медленно регрессирует. Как правило, проявления высыпания мономорфные, отсутствуют островоспалительные явления, нет субъективных ощущений. У него может быть распавшаяся гума или бугорок, а он как бы этого не замечает, ничего его не беспокоит до определенного момента, пока не присоединяется вторичная инфекция, не вовлекаются кости, суставы, мышцы. Тогда уже, естественно, больные жалуются на боли. Также обязательно изъязвление всегда происходит с развитием и формированием специфических рубцов, характерных только для третичного периода сифилиса. Нужно сказать, что, как я уже сказала, для третичного периода сифилиса характерны так называемые бугорки. Они, как правило, формируются в дерме или, собственно, коже и выступают на четверть объема этого бугорка над поверхностью кожи, имеют синюшно-красный цвет. Ну и когда распадаются, обычно формируются глубокие язвы с последующим рубцеванием, мозаичным рубцом. Либо могут формироваться так называемые инфильтраты,
инфекционные гранулемы – это узлы гумы. Как правило, гума формируется на излюбленное место локализации ее. Это голени и предплечья, но может быть абсолютно везде. Значит, и редкой разновидностью третичного периода сифилиса является третичная розеона Фурье. Третичная розеона Фурье. Она представляет собой вид розового полукольца с атрофией в центре. Обычно разрешается без последствий, то есть ничего на коже не остается. Так, вот сейчас получше видно, да, то были проблемы определенные. Значит, и прежде всего, ну, мы остановимся с вами сейчас на бугорковом сифилите, да, бугорковом сифилите. Значит, бугорковый сифилит может быть сгруппированный, серпигенерирующий, диффузный, карликовый. Сгруппированный, серпигенирующий, диффузный, карликовый. Ну, опять же, излюбленное место и локализация бугорков являются предплечья, голени, даже могут локализоваться и на лице, и на слизистых, и во внутренних органах, что, конечно, не очень, так сказать, для больного благоприятно в плане течения. Сгруппированный бугорковый сифилит. Как правило, значит, вот этот сгруппированный бугорковый сифилит похож на выстрел дробью с близкого расстояния. То есть, что это значит? Мы видим на определенном ограниченном участке кожи элементы на разных этапах эволюционного развития. То есть, здесь и бугорки, здесь и распавшиеся бугорки с формирующимися язвами, а также мелкие рубцы, ну, в зависимости от того, значит, какой участок кожи поврежден. Как правило, локализуется на коже разгибательной поверхности конечностей, носа, лба, в области лопаток, поясницы. Как правило, бугорки почему сгруппированы? Потому что они располагаются близко и фокусно, и не сливаются. Бугорки, как правило, небольших размеров, плотные, красно-синюшного цвета, могут рассасываться, оставляя рубцовую атрофию, или изъязвляться, и тогда формируется так называемый мозаичный рубец, стягиваются края язвы. Язва округлая, плотная, значит, с плотным таким краем возвышающимся, валикообразным. На дне язвы некротический стержень, который через несколько дней отторгается. Язва выполнена грануляциями, рубцуется. Рубец плотный, звездчатый, но чаще мозаичный, и на нем не бывает никаких других бугорков. То есть рубец и рубец, бугорки на нем не формируются. Следующая клиническая разновидность бугоркового сифилида – это серпигенирующий или ползущий бугорковый сифилид. Сифилис туберкулеза. Серпигеноза по латыни. Серпигеноза. То есть, опять же, на определенном участке кожи
мы можем видеть небольшой очаг слившихся бугорков, постепенно подсыпая новые бугорки, как бы расползаются по периферии, а в центре регрессируют. И одновременно с появлением новых бугорков происходит изъязвление и рубцевание старых элементов. И в результате вот такой, вот вы посмотрите вот на картинке здесь, да, в результате вот такого формирующегося процесса в некоторых случаях вид этого сифилида ползущего напоминает вид хвоста. Отсюда он как бы ползет, захватывая все новые и новые участки. Отсюда у него такое и название. После заживления, распада бугорков, формирования язвы и заживления формируется мозаичный рубец. Он как бы такой имеет фестончатые края и фокусные рубчики вблизи. Более свежие рубцы гиперпигментированы, а более старые депигментированы. И новые бугорки никогда, никогда не появляются на рубцах. Следующая клиническая разновидность – диффузный бугорковый сифилит или сифилит площадкой, или сифилит площадкой. Он представляет собой очаг слившихся бугорков, образующих сплошную уплотненную бляшку размером с ладонь. Темно-красного цвета с незначительным шелушением и полициклическими очертаниями. Регресс бляшки происходит, как правило, с формированием рубцовой атрофии или чаще с изъязвлением, и образуется как бы сплошная такая язва за счет этого распада, и формируется мозаичный рубец. Но почему площадкой? Потому что, опять же, хочется отметить то, что границ между бугорками не видно. Ну а рубец, получается, стягивается и имеет вид мозаики. Мозаичный рубец. Карликовый бугорковый сифилит. Проявляется бугорками небольших размеров от булавочной головки до конопляного зерна. Но, как правило, эти бугорки, они очень мелкие и, да, не изъязвляются и регрессируют, что называется, сухим путем, то есть только рубцовая атрофия. И вот обычно карликовый бугорковый сифилит, он развивается спустя 10-20 лет от момента заражения и является прогностически неблагоприятным признаком. То, что, в общем-то, через некоторое время может развиться нейросифилис. Следующие, значит, гумозные сифилиды. Но перед этим я хотела бы остановиться на дифференциальной диагностике бугорков при сифилисе. Значит, с чем же мы дифференцируем бугорковый сифилит? Это так называемые 3L. Ну, сам Льюис сифилис, лейшманиоз лепра и люпус, туберкулез кожи. Значит, ну, что касается туберкулеза кожи, то здесь чаще болеют, как правило, локализация бугорков болезненная на лице. Болеют чаще молодые женщины и дети. Бугорки крайне болезненные, сопровождаются нарушением общего состояния, интоксикацией, чего нет при критическом сифилисе, и, соответственно, увеличением лимфоузлов. Вы должны еще помнить себе то, что запомнить, что при критичном периоде сифилиса, несмотря на то, что это сифилис, лимфоузлы
не увеличены. Почему? Потому что трепанема неактивная. Лимфоузлы, естественно, не дают той реакции, которую мы ожидали бы. Значит, что касается лишманиоза, то, как правило, или болезни Боровского, или Ашхабадки, или Пенгинской язвы. Лишманиоз, как правило, заражение происходит в странах Ближнего Востока или Средней Азии. Это москит, который переносит лишманию. Значит, и, как правило, на местах укусов москитов формируются мелкие бугорки, тоже очень болезненные. И если мы пропальпируем близлежащие лимфоузлы, то они прощупываются в виде четок. Потом это распадается, эти бугорки, формируется язва. И так цикл может повторяться. И вот исследование исключения телец Боровского помогает нам поставить правильный диагноз. Ну и лепра. К счастью, она встречается довольно редко, но бывает. Здесь для нее характерны пребывание в эндемичных зонах. Ну вот сказать сложно, да. Это в основном страны, так сказать, азиатского бассейна. Это Индия. Вот. Ну и то процент заражения очень низкий. И там обычно эти бугорки, они сопровождаются отсутствием чувствительности пота и салоотделения. То есть если их пропальпировать, то там выпадают все виды чувствительности. Поэтому, в общем-то, диагноз поставить несложно. Что касается гумозного сифилита, гума. Гума – это уже, как я сказала ранее, это узел. Узел. Значит, этот узел формируется в подкожно-жировой клетчатке. И в размытии этой гумы выделяют несколько периодов. Первое – образование и рост, размягчение, спаивание с окружающей кожей, изъязвление и отторжение гумозного стержня и последующее формирование мозаичного рубца. Ну вот, если мы говорить, это то, что видно клинически, то это первое, что вначале прощупывается уплотнение подкожно-жировой клетчатки размером с кедровый орех. Затем по мере роста это уплотнение становится размером с грецкий орех. В нем начинает формироваться гумозный стержень, а затем уже и размер увеличивается до детского кулачка. Затем содержимое, значит, гумозный стержень расплавляется, содержимое изливается наружу и отторгается, и формируется язва с последующим звездчатым рубцом. И почему называется гумма? Потому что по названию вот этой клееобразной жидкости, которая изливается, она напоминает клей гумми арабик, поэтому гумма. Но гуммы могут быть и, так скажем, солитарные, а могут быть в виде разлитой гумозной инфильтрации. Что касается локализации, то, как правило, это голени, верхние конечности, но может поражаться абсолютно все. И вот на данных слайдах вы видите места локализации, и твердое небо, и мягкое небо, да, абсолютно везде. Поэтому, конечно, гума опасна тем, что она может локализоваться и во всех внутренних органах. И вот если она формируется в области верхнего неба, то, естественно, там происходит сообщение полости рта и полости носа. Если она формируется на носовой перегородке, естественно, хрящ разрушается, и спинка носа западает, и формируется так называемый седловидный или козлиный нос. Ну, то есть нос проваливается как бы. Кроме того, может быть очень частая локализация гумозного поражения. Это
так называемые гласиты различные, да, это поражение слизистой языка. Гума там может быть как, значит, одиночная, а так и склерозирующий гумозный гласит, когда в процесс вовлекается уже весь язык, и, естественно, может нарушиться, скажем так, естественно, речевая функция. Кроме того, ну вот я уже сказала, да, о том, что могут формироваться различные гумы, околосуставные узловатости. Но что касается одиночных гум, да, то они представляют собой плотные, эластические, четко отграниченные, безболезненные, не спаянные из кожи шаровидные узлы. Постепенно эти узлы увеличиваются, спаиваются с окружающими тканями, размягчаются, проявляется флуктуация, гума вскрывается, выделяется текучая жидкость грязно-желтого цвета. Ну, гумиарабик, да? Происходит некроз и образуется гумозная язва. Язва, она всегда с плотными, отвесными, валикообразными краями, четкими границами. После отторжения гумозного стержня дно язвы заполняется грануляциями, а затем наступает рубцевание. Рубец глубокий, втянутый, звездчатый и плотный. И вот эволюция этой гумы может проходить от нескольких недель до нескольких месяцев, а иногда и лет. И вот так у больного, допустим, все это превращается, рубцуется, превращается в рубец, а спустя нескольких месяцев вблизи этого места формируется снова. И вот так он, так сказать, ходит, ищет где-то, чтобы ему поставили диагноз, и может, так сказать, долго ходить, если вовремя с ним не разобраться. Ну, существуют еще так называемые гумозные инфильтрации, но это, к счастью, редко, когда сливается несколько гум и представляет собой очаги с резко ограниченными краями. Образуются обширные язвы с полициклическими краями, которые заживают рубцом. И тоже здесь характерна такие же стадии развития, как и для формирования отдельных солитарных гум. Кроме того, могут встречаться так называемые фиброзные гумы. Они образуются вследствие перерождения сифилитических гум, когда гумозный инфильтрат замещается соединительной тканью и подвергается фиброзу с последующим отложением солей кальция. Они, как правило, одиночные и локализуются на передней и задней поверхности локтевых и коленных суставов в виде подвижных безболезненных образований шаровидной формы и хрящевой консистенции. Они не изъязвляются, эти околосуставные узловатости. Что касается гумы слизистой оболочки носа, я уже говорила, то они первично могут развиваться и иррадиировать с прилежащих участков, чаще располагаются в области перегородки на границе хрящевой и костной ткани. Субъективных ощущений нет. Когда распадается гума и образуется язва, слизь из носа становится гнойной. При исследовании зондом на дне язвы определяется шероховатая поверхность некротизированной кости. Может произойти разрушение носовой перегородки и наступает деформация носа, так называемый седловидный нос. Спинка носа западает. И когда не было пенициллина, то практически очень много было людей, вот, имеющих такой, так сказать, внешний вид. Далее, что бы еще хотелось вам сказать по поводу, значит, гум. Это то, что прежде всего, конечно, гумы могут поражать не только, естественно, слизистые, там, носовые перегородки. Они очень часто поражают костно-суставную систему. И вот что касается поражения костно-суставной системы, то здесь очень часто они локализуются в
эпифизах костей, в результате чего, значит, у больного возникает калечащая форма критичного периода сифилиса. То есть, что это значит? А это значит, что, так сказать, распадаясь, формируются язвы рубцы, больной, естественно, в процесс вовлекаются не только кости, но и мышцы, и все остальное, подлежащие ткани, присоединяется рожа, пиодермия, и в дальнейшем больной ходит с палочкой, еле ходит, но особо жалоб не предъявляет, если нет уже вторичной инфекции. И должны мы помнить, что диагноз третичного периода сифилиса костно-суставной системой очень хорошо нам может поставить, помочь это только рентгенологи. Почему? Они видят на рентгене вот эту специфическую распавшуюся бомбу, и уже, так сказать, благодаря этому это помогает нам в диагностике. Да, еще очень важный момент. Для того, чтобы поставить диагноз критичного периода сифилиса, одного комплекса серологических реакций мало. Нужно проводить реакцию иммобилизации бледных трепанем, РИП, и реакцию иммунофлуоресценции РИП. Только они положительны в 100% случаев. А в 70% случаев при третичном периоде сифилиса комплекс серореакций может быть отрицательным. Следующее такое грозное, так сказать, проявление третичного периода сифилиса – это сифилис нервной системы, нейролюис сифилис нервной системы или нейролюис. То есть нейросифилис может проявляться в результате плохо леченного или нелеченного совсем сифилиса. Он может быть как ранний, это от, ну, в течение 3 лет от момента заражения, так и поздний, свыше там 3 лет уже может развиться. И тогда, ну, ранний понятно, хорошо, это обычно различного вида, так сказать, менингиты, которые ставятся тоже на основании, так сказать, спинномозговой, исследования спинномозговой жидкости посредством пункции. И они могут быть различные от асимптомных до манифестных. Естественно, таких больных мы не занимаемся ими, ими занимаются инфекционисты, у тех, у кого менингиты. А у кого поздний сифилис, тех, у теми невропатологи. Какие же показатели минимальной патологии ликвора? Минимальной патологии ликвора. Это прежде всего при исследовании ликвора это цитоз, начиная с 8 клеток в 1 мм кубическом. Цитоз, начиная с 8 клеток в 1 мм кубическом. Положительные глобулиновые реакции. Положительные глобулиновые реакции. Нонне А-бета, это положительные глобулиновые реакции белковые идут. А также реакция Вассермана 2 плюса и выше. Это вы поняли, что это в спинномозговой жидкости. Реакция Вассермана 2 плюса и выше. 2 плюса и выше. Вот это показатели минимальной патологии ликвора, на основании которой мы уже можем говорить о том, что у данного больного возможно развился третичный период сифилиса. Далее, что касается позднего нейросифилиса, то для нас он представляет особую опасность, потому что да и что и ранние менингиты, это все может закончиться гибелью больного. Значит, он может проявляться в виде табес дорзалис или спинной сухотки, табес дорзалис или спинная сухотка, а также прогрессивный паралич и гумы мозга. Прогрессивный паралич и гумы мозга. Значит, что ж такое спинная сухотка или табес дорзалис? Ну, табес в переводе с французского истощения. Это когда одновременно
В задних кореньях, столбах и оболочках спинного мозга идут процессы пролиферации и деструкции. В задних корешках, столбах и оболочках спинного мозга идут процессы деструкции и пролиферации. И вот если мы успеем выявить больного в процессе пролиферации, наше лечение даст эффект. Не успеем, значит, больной у нас все равно погибнет, что бы мы ни делали. Как же проявляется прогрессивный паралич? Ну, здесь, спинная сухотка. Значит, что касается, здесь на первый план выступает неврологическая симптоматика. То есть такие больные наблюдаются у невропатологов и там же проходят лечение. Значит, ну, это могут быть проявления различные, от порезов до параличей, до различных нарушений функций различных систем и органов. Ну вот, хотелось бы остановиться на очень патогномоничном симптоме. Это симптом Аргайла-Робертсона. Симптом Аргайла-Робертсона. Это отсутствие реакции зрачков на свет. Это отсутствие реакции зрачков на свет. Или очень вялая их реакция при сохранении конвергенции. Отсутствие реакции зрачков на свет или очень вялая их реакция при сохранении конвергенции. Вот этот симптом Аргайла-Робертсона патогномоничен только для больного спиной сухоткой. Кроме того, вот в некоторых случаях у больного может быть так называемая утиная походка. Это или штампующая. Это когда вот он заходит на прием к невропатологу, а он уже, если он грамотный, видит, что больной как бы становится на пятку, потом на носок и переваливается как уточка. Это говорит о том, что идут уже мозжечковые расстройства. Ну и, естественно, все это дело может закончиться порезами, параличами, нарушением функции тазовых органов и, естественно, гибелью больного. Следующее – это прогрессивный паралич. Прогрессивный паралич. Вот прогрессивный паралич, в отличие от спинной сухотки, здесь на первый план выходит поражение капилляров головного мозга, мелких сосудов, и, следовательно, симптоматика начинается психиатрическая, можно так сказать. То есть в начале, так сказать, это невротическая стадия поражения, ну, меняется настроение, все, там больной становится типичный такой неврозоподобный синдром проявляется. Ну, а потом различные манифестные ажиотированные формы. То есть могут развиться ажиотированные формы в виде, и больной попадает прямым ходом в психбольницу, и если доктора не разберутся, то он, конечно же, там и погибнет. Почему? Потому что вроде бы как у него дебют шизофрении, а на самом деле у него сохраняется и критика, и все. И вот здесь вот спинномозговую функцию надо брать однозначно и смотреть, что с больным. Для того, чтобы не пропустить. Но если пропустили, он погибает тоже от порезов, параличей и всего остального. Вот хотелось бы еще вот здесь вот вернуться, так сказать, к гуме мозга. Вот. Вот мы ее прошли, но она чаще, вот эта гума мозга, формируется у больных нейролюсом, нейросифилисом. И вот здесь характерный такой, значит, что? Здесь, как правило, она начинает функционировать, так сказать, расти в мягкой мозговой оболочке и впоследствии переходит на твердую. И больной, естественно, предъявляет жалобы какие? Ну, обычные, так сказать, для лица, допустим, с гипертонической болезнью, что у него там боли в голове, повышается давление, что он там вот так и вот так. Ну, типичные, так сказать, боли, не характерные, естественно, для гумы.
Конечно, здесь опасность в том, что она распадется, и он просто у нас погибнет. Поэтому вот здесь нужно однозначно делать МРТ и все это смотреть. К счастью, сейчас это все есть. И поэтому, в общем-то, гума мозга довольно редкое явление, и ее можно быстренько отдифференцировать и от опухоли, и от всего, и вовремя начать лечение больного. Что касается поражения других органов и систем, то поражается абсолютно все. Вот если эта гума, допустим, поражает желудок, то здесь она имитирует язву желудка. И вот бывают такие случаи, что больного лечат от язвы, а у него вот третичный период сифилиса, гумозный сифилит. Естественно, тут тоже надо делать гастроскопию, смотреть, что это за язва, как она выглядит. Да, мы уже знаем с вами клиническую картину. И, соответственно, ставить диагноз и лечить такого человека. Если также могут поражаться и, значит, и почки, и печень, и селезенка. Если это легкие очень часто, то это имитирует рак легкого. И бывает довольно часто много таких диагностических ошибок, когда диагноз могут правильно поставить, идут на операцию, удаляют половину легкого, это всего лишь навсего гума, да, которую можно было бы, так сказать, назначить больному специфическое лечение, и он бы, в общем-то, у нас бы и поправился. Что касается диф-диагноза, вот гумы, это вот гумы, это несколько вариантов заболеваний. Опять же, все тот же туберкулез, да, туберкулез. Или туберкулезная волчанка, или в данном случае, значит, которая поражает люпус туберкулезис, или индуративная эритема базена. Индуративная эритема базена или скрофула дерма. Ну, на каждой из них я подробно останавливаться не буду, а скажу, что если это скрофула дерма, то, как правило, здесь лица вовлекаются молодого возраста или детского. Вот, болезненные язвы, потом рубцы. А вот когда на туберкулезных рубцах всегда формируются мелкие бугорки, люпомы. Что не характерно для гум, да, распавшихся, там никогда не формируются никакие люпомы. Далее, раковая язва может быть похожа на распавшуюся гуму раковая, но там деревянистая плотность, такая она как бы с вывороченными краями, формируется паукообразный рубец, и больной, естественно, не выглядит так, как больной третичным сифилисом. То есть он кахексичный, там, со всевозможной интоксикацией раковой язвы. И, кроме того, еще может быть так, понятно, что фибромы различные, да, трофические язвы, они тоже могут напоминать распавшиеся гумы, особенно на голени. Естественно, больные идут, так сказать, на прием кому угодно, да, хирургам, там кому-то, но никак не к нам, да. Вот, поэтому тут нужно быть очень аккуратным, все это тщательно смотреть, анализировать, чтобы поставить правильный диагноз. Что касается лечения третичного периода сифилиса, он этот процесс несколько отличается от лечения более ранних форм. Чем? Ну, назначить сразу антибиотик мы не можем. Почему? Потому что произойдет распад губ и бугорков в жизненно важных органах. Поэтому мы назначаем больным, как правило, период так называемой подготовки соли тяжелых металлов, йодистый калий, они принимают в течение 2 недель. И только тогда, когда стабилизируется процесс, мы будем уверены, что где-то там в жизненно важных органах ума не распадется, мы можем назначать больному уже пенициллин и с последующей неспецифической иммунотерапией. Вот что касается третичного периода. Теперь врожденный сифилис. Значит, врожденный сифилис, он известен
так же, как, так сказать, обычный сифилис, да, и, в общем-то, нужно сказать, что вот этот самый сифилис врожденный, он имел различные теории происхождения. Вот, допустим, больные, так сказать, не лечились же раньше до эры антибиотиков, пенициллина не было, поэтому вступали в браки больные с сифилисом, и у них рождались больные дети. А вот более 400 лет назад существовала такая теория, что передача сифилитической инфекции происходит от отца или там вообще от дальнего родственника. Вот. Было много, так сказать, сторонников различных теорий, что и от матери там в наследство, так сказать, все это передается. И только, значит, было доказано Метценауэром в 1903 году, что сифилис плоду передается только от больной матери. То есть никакие больше, так сказать, лица тут не участвуют. Смысл в том, что отец заражает мать во время беременности, а та заражает плод. Вот. Инфекция должна передаться только через плаценту и никак по-другому. Вот и все. Поэтому другие законы здесь не действуют. Поэтому вот такая теория передачи через плаценту. Есть плацента, есть сифилис. Заразилась до, так сказать, формирования плаценты, происходит выкидыш. К счастью, у нас в данное время таких детей мало. Вот. Очень. Но они, к сожалению, есть. Поэтому если такое происходит, если это поступает на роды, такой асоциальный элемент женщина, и она нигде не обследована, не вассерманизирована, не состояла на учете и контроле, то может произойти такое, что родится ребенок с рожденным сифилисом. Это огромное ЧП, и вот начинается разбирательство, как это могло получиться. Естественно, она изолируется и находится в боксах. Значит, как же попадает трипанема к плоду? Через плаценту двумя путями. Через плаценту двумя путями. Первое, значит, в виде эмбола через почечную вену, наиболее часто встречающиеся, а также через лимфатические щели пупочных сосудов. Через лимфатические щели пупочных сосудов. Сифилитическая инфекция, как правило, вызывает определенные изменения в плаценте. Увеличивается масса ее, и вместо 1 к 3, вместо, то есть, господи, извиняюсь, вместо 1 к 5, 1 к 6 в норме к весу плода до 1 к 3. То есть, когда происходит выкидыш, такое, то мы видим эту плаценту, на нее сразу обратишь внимание. Она серого цвета и такая с петрификатами, с изъязвениями. Ну, то есть, как мы говорим, напоминает шапку, изъеденную молью. Вот это. Ну, а естественно, если еще нет маточно-процитарного кровообращения, тогда выкидыш происходит таким плодом. Ну, какие же, как же обычно, так сказать, беременность это заканчивается при поражении сифилитической инфекции. Вот. Это выкидыш, да, мертворождение, рождение нежизнеспособного ребенка с проявлениями сифилиса. Может быть жизнеспособный, может быть, так сказать, без проявлений. И здоровый. Почему он может быть здоровый? Если женщина болеет длительное время, то есть у нее скрытый сифилис много лет, то есть трепанема неактивная уже,
тогда он может родиться здоровым, но все равно подлежит лечению. Либо, если произошло заражение женщины на поздних сроках беременности, и она еще не успела, так сказать, инфицировать плод. Но в любом случае этот ребенок, родившийся, если он здоров, все нормальный, то подлежит, конечно же, лечению по схеме, специальные существуют инструкции по схеме врожденного сифилиса. Что касается, значит, классификации, то классификация разная может быть, да? Вот ВОЗ, например, классификация, это сифилис плода, ранний врожденный сифилис до 2 лет, активный и скрытый, поздний врожденный от 2 до 15, активный и скрытый. Вот. Но мы придерживаемся российской классификации. Нам так проще. Почему? Потому что все инструкции разработаны по лечению ребенка, детей, разработаны согласно вот этим периодам. То есть сифилис плода, сифилис детей грудного возраста от рождения до года, сифилис детей раннего детского возраста от года до 5 и поздний врожденный сифилис после 5 лет. От 5 и до 15. Что касается сифилиса плода. Как правило, заражение внутриутробное, так сказать, происходит, ну, понятно, на развитие плацентарного кровообращения, а поражение внутренних органов его наступает на 5-м месяце. Как правило, поражение, значит, печени, селезенки, легких носят диффузно-воспалительный характер. Печень увеличивается в размерах, и соотношение массы печени к массе тела составляет 1,15-1,14, а в норме 1,21. Гистологически это выраженная мелкоклеточная инфильтрация, очаги некроза и набухания, кремниевая печень. Ну, такая же картина, она наблюдается и при поражении селезенки. Что касается легких, то там наблюдается лимфоцитарная инфильтрация, десквамация альвеолярного эпителия, разрастание фиброзной ткани в межальвеолярных пространствах. И такие изменения легких, как правило, несовместимы с жизнью, развивается пневмония Альба, белая пневмония, и, естественно, такой ребенок погибает и происходит, так сказать, уже вытидыш. Значит, как правило, сразу же, когда произошел вытидыш, увидели такого плода, и сразу же на основании даже его внешнего вида можно заподозрить, что у данного человека сифилис. Значит, прежде всего, он имеет старческий сморщенный вид, то есть отсутствует подкожно-жировая клетчатка. Он напоминает вид маленького старичка. У него бледные кожные покровы с сероватым оттенком. Они мацерированы. Снижен тургор кожных покровов, что ведет к образованию складок и морщин. Не развита подкожно-жировая клетчатка, что создает вид гипотрофии. Да не создает, так и есть. Обычно он вялый и, значит, как правило, внутричерепное давление у него резко повышено. Ну и, естественно, он не жизнеспособный. Он погибает. Но если выживает, то, как говорится, ничего хорошего из этого не получится. Вот вы видите, как он выглядит. Вот
Насколько эффективно будет его лечение, сказать очень сложно, но практически невозможно, он все равно погибнет, потому что все поражено. Значит, какие же поражения характерны для сифилиса детей грудного возраста от рождения до года? Ну, это прежде всего диффузная папулезная инфильтрация Гогзинтера, сифилитическая пузырчатка новорожденных, поражение слизистых волос, поражение костной системы, сифилитический ринит. Ну, что нам наиболее, так сказать, для нас важно и нужно? Это прежде всего сифилитическая пузырчатка. Это когда на коже, значит, сейчас я посмотрю здесь. Ага, сифилитическая пузырчатка. Вот она. Ребенок либо рождается с этим признаком, либо развивается в первые недели и дни жизни данного ребенка. Значит, наиболее излюбленная локализация пузырей – это ладони, подошвы, ягодицы. Формируются напряженные пузыри размером с горошину или вишню. Располагаются они на инфильтрированном основании, окруженные по периферии остро-воспалительным гиперемированным венчиком. Остро-воспалительным гиперемированным венчиком. При вскрытии пузырей формируется множество мясокрасных эрозий. Формируется множество мясокрасных эрозий, эксудат которых содержит огромное количество бледных препонемов. Поэтому можно сказать, что проявление такого сифилиса очень контагиозный. Естественно, такого ребенка надо изолировать в бокс от других детей, потому что огромное количество этих активных препонем находится в язвах. Вот, видите, как выглядит такой ребенок. Сифилитической пузырчаткой новорожденной. Это старые картинки еще. Вот пузыри вскрывшиеся, такие белые, мацерированные с обрывками. Так, дальше. Диффузно-папулезная инфильтрация Гогзингера. Диффузно-папулезная инфильтрация Гогзингера. Она обычно проявляется на 8-9 неделе после рождения, и излюбленной локализацией является ладони, подошвы, лицо, волосистая часть головы. Вначале появляется диффузная эритема, либо разбросанные эритематозные очаги. Вначале появляется диффузная эритема, либо разбросанные эритематозные очаги, которые имеют тенденцию к слиянию. Впоследствии на этом месте наблюдается уплотнение кожного покрова. Уплотнение кожного покрова. В частности, на ладонях и подошвах кожа становится гладкой, инфильтрированной, ярко-красной, блестящей, складки сглаживаются, эластичность теряется, и процесс заканчивается пластинчатым шелушением. Значит, кожа становится гладкой, инфильтрированной, ярко-красной, блестящей, складки сглаживаются, эластичность теряется, и процесс заканчивается пластинчатым шелушением. Наиболее характерно поражение в области лица. Процесс вовлекается в носогубный треугольник, периоральная область и область подбородка. Губы становятся утолщенными, отечными, и в процесс вовлекается красная кайма губ вплоть до слизистых оболочек. Губы становятся утолщенными, отечными. В процесс вовлекается красная кайма губ. И губы
вплоть до слизистых оболочек. В этом случае в результате крика ребенка из-за ригидности и инфильтрации кожного покрова возникают радиально расходящиеся от рта трещины, которые при присоединении вторичной инфекции, как правило, приобретают язвенный характер. В случае крика возникают радиально расходящиеся трещины, которые при присоединении вторичной инфекции превращаются в язвы и заживают такими уродливыми грубыми рубцами Робинзона Фурье. Рубцами, такими в углах рта обезображивающими, рубцы Фурье Робинзона. Они являются одним из вероятных признаков уже позднего врожденного сифилиса. Это диффузно-папулезный инфильтрат Гоксингера. Вот вы видите, да, на картинке, конечно, так, это старый снимок, потому что, к счастью, мы, очень давний, сейчас этого не видим, в общем-то, и показать не можем. Значит, вот так он выглядит. Вот. Видите, вот там формируются рубцы Фурье Робинзона в углах рта. Значит, следующее – это сифилитический ринит. Он включает в себя три стадии. Первая стадия – это некоторая отечность слизистой оболочки полости носа. И затруднение носового дыхания. Ребенок как бы сопит при дыхании через нос. Вторая стадия. Еще более выраженный отек слизистой оболочки и затруднение дыхания и появление серозно-гнойных выделений из носовой полости, что приводит к мацерации окружающего кожного покрова. Вторая стадия. Еще более выраженный отек слизистой оболочки и затруднение дыхания и появление серозно-гнойных выделений из носовой полости, что приводит к мацерации окружающего кожного покрова. И третья стадия, наиболее тяжелая, когда в процесс вовлекается как хрящевая, так и костная ткань носа. То есть на слизистой оболочке образуются эрозии, язвы, выделения из серозно-гнойных становятся гнойно-геморрагическими, возможна секвестрация, отторжение хрящевых и костных секвестров через носовые ходы, с последующим формированием одного из вероятных признаков позднего врожденного сифилиса. Значит, отторгается хрящевые костные секвестры через носовые ходы и формируются так называемый козлиный, ларнетовидный и седловидный нос. Вот сифилитический ринит – это довольно частый признак, и ребенок может родиться с ним, или этот признак развивается в первые дни, недели и месяцы. И вот мать чаще всего первая замечает, что ребенок вот не может сосать грудь, кричит и может, так сказать, вследствие вот этого процесса погибнуть. Почему? Потому что он не может нормально питаться. Еще, так скажем, одно проявление – это остеохондриты. Они характеризуются поражением костного аппарата, которое может наблюдаться уже во внутриутробном развитии. Бледные трепанемы внедряются в остеогенную ткань на границе между хрящом и костью в области диафиза, то есть зоны роста
характеризующийся обильным кровоснабжением. Рентгенологически различают три степени остеохондрита. Первая степень характеризуется появлением между хрящом и костью белой или серовато-желтой полоски шириной не более 2 мм, в отличие от нормы 0,5 мм. Вторая стадия характеризуется увеличением этой полоски до 4 мм. Происходит кальцификация кости, в отличие от окостенения. И третья стадия характеризуется шириной полоски 5 и более миллиметров и при каких-либо нагрузках возможны спонтанные переломы кости, чаще лучевые и бедренные. Проявление такого перелома типичное – это псевдопаралич паро. То есть, почему псевдо? Потому что сохраняется чувствительность, да? Функция чувствительная сохраняется. Вот двигательное отсутствует, а вот мы знаем, что при истинном параличе все виды чувствительности отсутствуют, а здесь сохраняется чувствительность, то есть неврологическая симптоматика тут. И при таких переломах ребенок выглядит очень характерно. Конечность приведена, так сказать, либо к грудной клетке, либо к животу. И при попытке, так сказать, поднять его или что, он кричит и пищит, потому что это вызывает резкую болезнь. Потому что сохранены чувствительность. Сохранена. Вот почему псевдопаралич паро. Вот вы видите на рентгенограмме остеохондриту первой степени, да, такой, вот второй степени, и уже третий, где все с отломком. Ну, опять же, при псевдопараличе паро происходит внутриметафизарное смещение проксимального конца большеверцовой кости с обеих сторон. И особенно вот тут вот на картинке резко выражение слева. Вот видите, вы видите, что с приведенной ручкой грудной клетки он находится. А там ножка приведена к животу. Попытка разогнуть, он начинает кричать, потому что это вызывает резкую болезненность. Ну вот, да, вот хочется сказать, что лечение, так сказать, у деток довольно эффективное. Они, если это не тяжелейшие там поражения печени, легких, то они вполне себе поддаются хорошо терапии и выживают. Вот вы видите, до лечения и после как-то значительно лучше все формируется мозоли. Вот здесь тоже на данной рентгенограмме диафизарный периостит большеперцовой кости вместе с остеохондритом во второй стадии при врожденном сифилисе ребенка 3 недель. Вот множественные диафизарные слоистые периоститы длинных трубчатых костей. Вот эти, хочется сказать, не только вот сейчас я вспомнила о том, что у взрослых людей вот тоже, как правило, больше берцовые и длинные трубчатые кости, больше там у них формируются гуммы. Поэтому это нужно помнить. Значит, что касается сифилиса детей раннего детского возраста. От года до пяти. То здесь характерные симптомы, ну, клиническая картина для взрослого человека с рецидивным сифилисом. Вот как выглядит взрослый человек с рецидивным сифилисом, вот так может выглядеть вот такой маленький ребенок. То есть здесь, как правило, но о гумозных поражениях мы не говорим. Вот здесь немножко у нас не так. А вот что касается папул, широких кандилом, гипертрофических папул, то они представлены, так скажем, в широком ассортименте, да.
особенно эрозированные, они в складках, в области гениталий, в анальной области. Вот розеулы, папулы на коже. Ну, типичный взрослый, только с рецидивным сифилисом, только ребенок. И естественно, что такой ребенок, он крайне контагиозен, крайне опасен для окружающих, его надо сразу же изолировать, и лечение такие дети, они проходят в инфекционном стационаре, не у нас специально их изолируют. Вот посмотрите, типичная картина, как вот у взрослого, папулезные сифилиды, а там мацерированная кожа в складочках, это все папулы эрозивные, изъязвившиеся, вот они так выглядят у детей. Папулы ладони, папулы подошвы, папулы на коже, да, если не знать клиники, могут, так сказать, доктора там в детском саду или в яслях где-то там ставить диагноз, там аллергическая сыпь, все. Но надо на это внимательно обращать внимание. И хочется сказать еще, что по поводу детей, что у них, в отличие от взрослых с третичным сифилисом, все, так сказать, гораздо легче в плане диагностики. То есть у них кровь будет изначально положительная. Поэтому тут ничего гадать не надо. Заподозрили сифилис, взяли кровь. И вот результат, так сказать, налицо. Вот видите, это широкие кандиломы, папулы, которые вот в области анального отверстия формируются. Так, что касается позднего врожденного сифилиса, то он может возникать, значит, от 5 и до 15 лет. От 5 до 15 лет. Но в некоторых случаях это можно увидеть гораздо позже. Значит, очень разные симптомы. И наличие одного из симптомов, особенно, так сказать, достоверных признаков, позволяет нам говорить о том, что у данного ребенка или данного человека там уже поздний врожденный сифилис на основании даже одного симптома и положительной крови. При этом ребенок может быть совсем не, как вам сказать, не умственно отсталый. Этот человек может быть абсолютно нормальный, но просто с определенными, так сказать, отклонениями. Какие же достоверные или безусловные признаки? Это так называемая триада Гетчинсона. Триада Гетчинсона. Это зубы Гетчинсона, паренхиматозный кератит и сифилитический лабиринтит или лабиринтная лухота. Что ж такое зубы Гетчинсона? Это гипоплазия жевательной поверхности верхних центральных резцов. Гипоплазия жевательной поверхности верхних центральных резцов. Вследствие чего шейка зуба становится шире его режущего края. И там определяется полулунная серповидная выемка. Паренхиматозный кератит. Это равномерная, молочно-белого цвета, помутнение роговой оболочки, особенно выраженное в центре, сопровождающееся светобоязнью, слезотечением, блефароспазмом и стойким снижением зрения. То есть, если это все произошло в раннем детском возрасте, если вовремя не выявить такого человека, то он может ослепнуть, так сказать, на всю жизнь. То есть, как помутнение роговицы, да? А клинически это светобоязнь, слезотечение, блефароспазм. Следующий – лабиринтная глухота или сифилитический лабиринтит.
наблюдается в возрасте 6-15 лет, наступает внезапно. Патологический процесс протекает в лабиринте с поражением слухового нерва. В него вовлекаются чувствительные рецепторы, нервные окончания, вследствие чего наступает глухота. Если этот процесс развивается до того, как ребенок стал говорить, то и развивается немота. Но все это проявляется глухонемотой. Значит, три достоверных или безусловных признака. Ну вот, вы видите типичные бочкообразные зубы Гитчинсона. С полулунной выемкой. Вот паренхиматозный кератит с помутнением роговицы. Ну, понятно, что все эти диагнозы там стоматологи ставят, тут окулисты, там лоры. Понятно, что не мы, потому что к нам с такой жалобой не придет ребенок. Ну, родители не придут. Значит, что касается вероятных признаков, то есть это на основании которых мы не можем поставить диагноз врожденного позднего сифилиса. Не можем. Они недостоверны, но вероятны. Да? Прежде всего, это сифилитический полиаритемит. Поражение сосудов глазного дна. Характерен симптом соли с перцем. То есть, если окулист посмотрит, он видит там такое, как глыбки хроматина за счет неравномерного сужения сосудов сетчатки. Кроме того, могут быть очень разнообразные поражения костной системы. Вот кости чаще всего. Значит, и одним из частых проявлений является саблевидная голень. Это реактивный остеопериостит. Когда, значит, по типу, да, сабли выбухают голени, вначале появляются голени в виде сабель такие, а потом уже и сам человек. Кроме того, очень часто происходит деформация носа. Нос может быть либо седловидным, либо козлиным, либо ларнитовидным. Вот. Это как один из исходов третьей степени сифилитического ринита. Либо он может быть как результат какого-либо одиночного гумозного процесса или резорции носовой перегородки. Кроме того, очень часто можно увидеть так называемый ягодицеобразный череп. Это когда лобные бугры выбухают вперед. Еще может быть так называемая аксифоидия, отсутствие мечевидного отростка. Ну, сейчас я тогда это, а потом уже другое. Так, что касается поражения зубов, то могут быть, значит, зубы Муна, бутонообразные, бочкообразные, песетообразные, гипоплазия жевательных бугорков на поверхности первого моляра, напоминая конические отростки. Может быть, щучий зуб фурнье, это гипоплазия клыка, то есть клык до половины своего размера выглядит нормально, а далее в него как бы вставлен тонкий конический отросток. Ну вот, саблевидные голени вы видите, да? Вот так они выглядят. Вот здесь седловидный нос. Здесь ягодицеобразный череп. Вот щучий зуб Фурнье такой.
Далее, что касается стигмы и различных дистрофий, вот их можно в отдельную группу вынести, это аксифаидия, отсутствие мечевидного отростка в груди. Кроме того, симптом афсетидийского, признак или симптом афсетидийского – это утолщение грудного конца ключицы, это утолщение грудного конца ключицы вместе пересечения с первым ребром, чаще справа. Это утолщение грудного конца ключицы вместе пересечения с первым ребром, чаще справа. Кроме того, может быть так называемое высокое готическое нёбо, диастема Гоше, широко расставленные верхние резцы диастема Гоше, признак Дюбуа Диссара, инфантильный мизинец. Мизинец недостает дистальной фаланги безымянного пальца и слегка ротирован кнаружи. Признак Дюбуа Диссара. Ракеткообразные ногти, признак Вишневского. Ракеткообразные ногти, признак Вишневского. То есть ногти на больших пальцах рук напоминают теннисную ракетку. Ногти на больших пальцах рук напоминают теннисную ракетку. Кроме того, бугорки корабелли, пятый добавочный бугорок на жевательной поверхности первого моляра. Бугорки корабелли, пятый добавочный бугорок на жевательной поверхности первого моляра. Кроме того, очень часто может быть гипертрихоз, повышенное оволосение, выраженное у женщин и так называемое, значит, когда может быть такой симптом, что граница волосящейся части головы как бы стремится к бровям в виде клина, такое клинообразное снижение оволосения. Ну вот, на данных картинках вы видите, да, высокое готическое небо, диастема Гоше, расставленные, да, губы передние, ракеткообразные ногти могут быть. Так, значит, и что еще хотелось бы сказать вот в данной ситуации? Ну, прежде всего, для того, чтобы, значит, данного больного с врожденным сифилисом выявить, чтобы этого не случилось, значит, женщина должна трехкратно быть вассерманизирована за весь период беременности и состоять на учете и контроле. То есть, если она во время беременности заразилась сифилисом, она подлежит естественно лечению. Если она состоит на учете и контроле и получила лечение по поводу сифилиса, то во второй половине беременности ей положено, даже не ей, а плоду, провести профилактическое лечение. То есть, чтобы родившийся ребенок не был болен сифилисом. В течение 2 недель она получает пенициллин. Да? Во второй половине, после 20 недель. Если же по какой-то причине она приступила поздно к профилактическому лечению, не успела его получить, и хоть 2 дня осталось, она не закончила пенициллин, родился ребенок, значит, ни в коем случае это ничего не засчитывается, и он получает полноценный курс лечения,
по соответствующей схеме первичного негативного сифилиса в инфекционном стационаре согласно, так сказать, инструкции. То есть ничего здесь не учитывается. Чем больше, вот допустим, у женщины одна беременность, она там пролечилась, состоит на учете и контроле, вот чем последующие все беременности, вторая, третья, четвертая, там вероятность заражения врожденным сифилисом меньше. Почему? Потому что активность трепанемы уменьшается с каждой беременностью. И, конечно, нужно помнить о том, что у такого ребенка с врожденным сифилисом может быть точно так же, как и у взрослого человека, нейросифилис. Только у них он проявляется не так, как вот у взрослого, а может, особенно на ранних стадиях, в раннем периоде, по типу джексоновской эпилепсии. Вот больше там все-таки эпилептоидные припадки. И вот, конечно, здесь очень важно раннее выявление. Поэтому вот почему списки всех женщин, пролечившихся от сифилиса, передаются в женские консультации по месту жительства. Почему? Ну, чтобы она, так сказать, не ушла от учета и контроля. Ну, а если она не состояла, то, естественно, конечно, здесь уже очень это нехорошо. Она может войти в роды с сифилисом, естественно, уже все это будет гораздо тяжелее от этого, в общем-то, излечиться. Ну вот, на сегодня, пожалуй, все. Лекции закончились. Спасибо. До свидания.